Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в Need for Speed Payback, искать заброшенную машину, которая доступна с 16 апреля по 22 апреля 2019 года. Как всегда, скажу то, что координаты данного заброшенного автомобиля я узнал в группе Need for Speed Payback ВКонтакте. Прошу прощения за оговорку. Ссылка на эту группу в описании. Вступайте в группу и будьте одним из первых, кому станет известно местоположение очередного брошенного автомобиля. Ну, собственно, начнем. Значит, открываем карту. Что мы видим? Что машина у нас расположена как-то чуть выше, чем середина карты справа. То есть, если приближаться, то вот она. Вот здесь у нас расположен... брошенная машина. Так, вот еще раз открываем карту. Вот она находится вот здесь вот. И я вам советую ехать не с вот этой вот заправки, потому что карту он нарисует, как бы ехать вниз мимо вот этой вот заправки, а сразу телепортируйтесь к этой заправке. И быстренько можно доехать до брошенной машины именно вот от этой заправки. Ну, собственно, поехали. Немножко неаккуратно, ничего страшного. Вижу вольного гонщика из третьего состава. Пока дрифтить у меня не очень хорошо получается. Надо, наверное, тренироваться. Что-то как-то совсем все плохо, ладно. Не буду дальше позориться. Едем. Так, и что мы видим? Что за тачка здесь спрятана? И как вы думаете, это весенний Volkswagen Beetle, Volkswagen Жук. Старенький такой, весенненький. Посмотрите на него, какой он прикольный. Ну, собственно, давайте доставим этот Volkswagen Раву. Посмотрим, как он в деле. О, 3 километра, совсем недалеко. Наверное, будет тяжело, раз так близко. Адам-113, можете дать информацию по машине нарушителя? Прикольный жучок. Внимание всем машинам! Адам-113 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. О, ничего себе. Адам-135, что у вас есть по машине нарушителя? Направляйте на север через Сильвер Каньон. Принято, Адам-135. Ай! Не дрифтить, а просто ехать, что она очень сильно замедляется. Ну, прикольненький такой жучок. Так. О, 135, что у вас есть? 190 едет. Направляемся на запад через Сильвер Кэньон. Принято, на запад через Сильвер Кэньон. Давай.
забавно. Пора бы вам уже отстать от меня. Ничего себе, ничего крупный делает. Ой, дороже тут фигня не было. Ну, все, они отстали. Ясно, вас поняла, Адам-35. Внимание экипажам, визуальный контакт с объектом. Тут меня не найдут. Скрылись, да. Только я врезался в отбойник. Ну, ничего страшного. Так, что у нас тут за машинка? Симпатичная машина. Да, симпатичная. Volkswagen Beetle гонка, уровень 183. Ну, в общем, дорогие друзья, на этой неделе у нас в Need for Speed Payback вот такая вот радостная весенняя неожиданность. Volkswagen Жук в очень веселой раскраске. Я так понимаю, типа а-ля эксклюзив, потому что в группе Need for Speed Payback ВКонтакте написано, что такой тачки раньше не было. Я играю недавно, наверное, такой тачки не было. Поэтому забирайте ее, пожалуйста, не так уж и сложно. А на этом я всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И всем удачи, всем отличной игры в Need for Speed Payback. Всем пока-пока, счастливо.